В наш город приехали представители более 50 правительственных и общественных организаций, научных кругов, средств массовой информации из стран Европы, США и Канады. В Ленинграде, городе-герое, чей подвиг в годы Великой Отечественной войны известен во всем мире, проходила региональная конференция Организации Объединенных Наций в рамках Всемирной кампании за разоружение. Конференцию открыл заместитель генерального секретаря ООН Ян Мартенсон. Сегодня в мире, отмечал Ян Мартенсон, каждую минуту на гонку вооружений тратится около 2 миллионов долларов. У нас могут быть различные оценки нынешнего состояния международных отношений, однако нас объединяет вера в то, что мир можно сделать более безопасным. Член коллегии Министерства иностранных дел СССР Петровский говорил о том, что провозглашенная ООН Всемирная кампания за разоружение внесет достойный вклад в борьбу против ядерной угрозы. Выступивший на конференции председатель Советского комитета защиты мира Юрий Жуков рассказал о размахе движения «За мир» в нашей стране. Только за один месяц в СССР состоялось около 160 различных акций, в которых приняли участие 76 миллионов советских людей. Только что председатель департамента по разоружению секретариата ООН господин Мартенсон привел убийственные цифры относительно того, как растут военные расходы. И задача наша общая, всех миролюбивых сил планеты, заключается в том, чтобы остановить этот самоубийственный процесс, который чреват сползанием грани ядерной войны. Мы активно участвуем в борьбе за разоружение, и массовые демонстрации ленинградцев лишний раз подтвердили волю советского народа, который говорит «нет войне», говорит «нет ядерному оружию в Европе ни на Востоке, ни на Западе, нет ядерному оружию нигде в мире».